Будьте с нами! Сегодня здесь, находясь практически в центре города Магадана, глядя на ваши добрые лица, на высокое небо, на молодую зелень, глядя на величественные купола Свято-Троицкого собора, проникаешься нашим русским духом. И это ощущение сложно описать словами, ведь оно живет внутри каждого из нас. Поздравляю всех вас сегодня с праздником. Нам хочется пожелать, пусть душа каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Пусть сила духов предков принесет развитие и благополучие, даст упорство великих достижений и веру в прекрасное будущее. На сцене Татьяна Вербицкая.